Всем доброе утреца. Приветствую вас на канале Светлана Beauty Fun. Ребята, еще утро не успела накраситься. И хочу вам показать такую красоту. Теперь, ребятушки, место сосен, тишины, покоя, пения птиц было слышно. Делают нам двор. Честно, я не рада. Можно было обойтись и без этого этим летом. По крайней мере, этим летом. И вот такой вот, представляете, они с самого около 8 утра вот это начинают шкрести. Прям по графику сходила, переставила машину я еще подальше. И вот этот шум гам-тарарам, под это приходится нам просыпаться. Вот такой вот такая панорама, страшнючая, жуткая. И не люблю вот эти языки техники. Как будто бы, я не знаю, с чем даже сравнить. Слава богу, не могу сравнить, если что, с ремонтом на даче, когда сосед 20 лет строил дом рядом. Вечно у него какая-то техника, вечно у него какой-то транспорт там ездил. Ну, а сегодня у нас за окошечком плюс 14. Прям чувствуется, ребятушки, что тепло, но ветер северный, чисто северный, 5 метров в секунду. Давление 761. Теплее не будет, а не на градус, он в 12 часов дня я вижу, что будет 15, завтра вторник 12, среда 12, четверг 14, вот такие градусы нас ждут в среди недели. Ну что, ну на завтрак сегодня решила сделать овсяную кашку, добавила кусочек маслица, не могу я есть такую кашу, с сахаром я не хочу, решила сегодня добавить персик в эту кашку. Сейчас добавлю сюда, вот так вот нарезала, сейчас не могу, руки заняты, сейчас вот это сюда добавлю для сочного вкусного ощущения. И сварила кофеечек, сейчас мы с вами бодримся. Кофеечек у меня вот такой, очень люблю такой, но он мало где продается, вот этой фирмы. Сейчас. И самое интересное, обожаю фильтр кофе, просто жить без него не могу, это сущая правда. Но еще нравится кофе по-турецки. Ну все, сейчас будем мы завтракать. Что, ребятушки, решила вам и такие кадры снять. Наверное, это меня поднимет. Вчера пришло смс от МЧС, кстати, от них СМС приходит буквально каждый день о предупреждении о сильном порывистом ветре 15-20 метров в секунду и дожди, грозы. Вот вчера опять пришло, на сегодняшний день, на 21 июня. Сегодня у нас 21 июня. Как вы уже знаете, в Турцию я не уехала, поэтому время провожу здесь. Со всеми прелестями, которые нас ждут во двору. Кстати, ну, наверное, слышно вот этот шум. Не знаю, меня, наверное, на перемену погоды. Вот просто вы не представляете, что-то я давно такого не испытывала. Это просто какой-то... Меня как подкосило, и я отрубилась, наверное, на час. Но, если честно, давно такого не было, учитывая, сколько еще кофе выпила за утро. Но, тем не менее, несмотря, представляете, это что со мной было, что под этот шум я смогла уснуть. Это, кстати, отрезочек я снимаю. Для тех будет полезно узнать, если вы метеозависимы, если у вас есть проблемы с сосудами, на перемену погоды такое может быть. То есть подумайте об этом, работоспособность, она такая, ну, если 20 лет вам, и еще вы покрепче, вам будет повеселее, ну, а постарше будет тяжелее. Но, тем не менее, сегодня у меня запланирована поездочка на дачу. Я хотела показать вам, что там растет, что да как, вообще что-то изменилось, нет. Несмотря на холодную погоду, поэтому все-таки, наверное, съездим с вами и посмотрим. Поэтому сейчас я еще раз выпью кофеечку, и мы с вами погоним.
Всем привет! Еще раз продолжение сегодняшнего дня, 21 июня. Локация — город Сургут, северный город. Если кто-то там промотал, не с самого начала смотрит, ребятушки, решила проветриться. Не поверите, на дачу не поехала. Был очень-очень сильный ветер. Просто, знаете, небезопасно ехать, потому что я уже ездила в такую погоду. Кстати, ссылочку оставлю, посмотрите, песчаная буря в Сургуте, как я прокатилась уже по такой погоде. Удовольствие не сильно хорошее, поэтому надеюсь, что на днях все-таки погода утихомирится, и мы с вами сможем прокатиться до дачи. Кстати, я хотела еще показать вам дорогу, каково же это ехать до дачи, потому что я, ну, ранее говорила, что до дачи, в принципе, ехать у нас не близко, у нас нет такого, чтобы там 5 минут, и ты на даче уже за городом и так далее. У нас появились комары, сейчас уже плюс 13 градусов у нас на улице, ветерочек маленько стих, вышла без повязочки, кстати, очень жалею. Градусов у нас сейчас плюс 13, по-прежнему я вот в этой курточке своей теплой. Я говорила, что на синтепоне нет, ребят, она на пуху, такая легкий такой пух, господи, утиный, гусиный, но неважно, короче, тепленькая, шарфик. Все как я люблю, в общем-то. Наш северный рай продолжается, пока у нас все никак не теплеет. Ну, как-то так. Ну все, ребят, сегодня будет такое коротенькое видео. Показала вам, что творится у нас с утра, какой завтрак ПП, и вообще описала сегодняшний день. Не сильно он веселый. Не сильно было чего интересного сегодня показать, но правда погода реально экстремальная. Весь день у нас продолжались работы, содрали весь асфальт до плит, еще, может быть, плиты эти будут поднимать. Все это грузили в такие КАМАЗы, вывозилось. Ну, с краю там еще осталось, не вывезено. Буду держать вас в курсе, что да как. Вообще, может быть, кого-то тоже это ждет рано или поздно впереди. Такие ремонты, потому что все-таки графики, они существуют. И, как говорится, раз там 20-30 лет, нет, да и произойдет этот ремонт. Поэтому на этой ноте я с вами прощаюсь. Оставайтесь со мной. Ну, все, всем пока-пока.